Как зовут? Елена, Надежда Викторовна. Вернее идет, микрофон куда-нибудь. Давай. Мне страшно. Как прыгать? Ребят, будьте со мной в этот момент. Ребят, будьте со мной. Как прыгать? Как берешь? Хоть шаг делаешь, хоть отпрыгиваешь. Ебать, как это страшно! Блин, это... Светка, я понимаю тебя! Ёпти, как её? Ёлки, у нее есть, да. Можешь позвонить? Или написать, да, на ёлку. Я тоже так думаю! Блядь, мне страшно. Ну это нормально. Меня точно не покоёбит? Разжимаешь одновременно руки. Секунда! Я настраиваюсь. Блядь, страшно? Светка, как прыгать? Блин, страшно. Давай со мной разговаривать, говорю, прыгай. А меня точно не покороёбит? Не покороёбит. Кто это с ним? Мне очень страшно! Очень сильно страшно! Ой, муху раздавили. А, муха. А, ребят. Мне еще минуту слушать. Время идет. Да. Блять, ребят, так страшно. Да ну-ка, неправда. А вот я. Так, уже все здесь. Мне страшно. Блять. Нахуя я так живу? Ну? Блять, ребят, страшно. А можно пропустить и потом я? Уже нет. А, вот, пожалуйста. Можете посчитать. Так, мы тебя или скинем, или ты сама сейчас прыгнешь. Блин, с вертолетом интересно прыгнуть. Получится это или нет? С вертолета. Ну, например, я на это. Блять, Вика, страшно! Вы такие спокойные, ребят. На 55? Да, знаешь, как страшно. Ну вот, ты привязываешься так же. У меня рука не имела. Давай, либо тебе разворачиваем, ты летишь вперед спиной, либо прыгаешь сама. Была, не была. А как отталкиваться? Да ногой отталкиваться. И все? Да. А, у меня рука не имела. Разжимай, главное, руки. На поручень держись. Один чего хочется, на 55. А он, блядь, сомневает. Да? А прыгай сколько, да? А то интересно. У меня голова кружится, твою мать. Ненавижу своих подруг! Вика! Фадеева, тварь! Обоссаться не встать, сука! Я живая! Вика! Охуеть! Второй раз хуй прыгну.
стой ты. Куда падаешь дальше?